კაცო, იქ რომ ჩახვალ, ხუჩა ხუჩა ბორიელი არ დაიწყო იცოდე. იკითხე, ესა და ეს ნუმერი გოსპიტალის სად არის თქო. იკითხე, ნუ დაგერიდება. გაიგე, კითხვა, სირცხვილი არ არის. ჰო, ჰო. კაცო, გიორგი, დაგაგვიანდება. დაგაგვიანდება მეთქი, კაცო. გიორგი, დაგაგვიანდება, კაცო. ჰა? იქა. აბა, შენიც ეხლა გზაში ცუდად არავისენდო. არიცი რა დროა. მაიდახა. არ დასველდე, ფეხი არ გაიციო. ფული სხვადასხვა ალაგას ჩაიდე, გიორგი. გიდე შაიკარ, კაცო. დაიცა, ჰა. ნაცალე გაიხარე, იცოცხლე. გზა მშვიდობისა. აბა შენიცი. გიორგი, გიორგი შენ შემოგერლე, იქნება ჩემი შვილი სამბაკიც გამაგები. აიცი ჩემი უბედური თავი სამბაკი. აღარ წერილია და აღარ არაფერი ამბავი არის. შენ გენაცვალე, შენიცი. შენიცი და შენ მამაშ კაცობა მამა. ماش არის ლია გიორგი. მოიწერე გიორგი, შეგატყობინე რა. კარგად იმგზავრე. გიორგი. მე მაქანა მოხდი. აა, აქ მოძია გიორგი, კაბინაში. მაგოდა რა კაცა, მაგ სათაკურში რა უნდა, ა? შენი იმედი და ვარში. დიდი მიეხმარ, კაცო. ماش მიდიხარ, ა გიორგი. მოდერძი მოიკითხე გიორგი. გიორგი, შორი გზა გაქვს გასავლელ. აბა შენიცი, ყოჩაღად იყავ. ყოჩაღად იყავ, ყოჩაღად. ძია გიორგი, შენი ჭირი. იქნებ ჩემს მიხოს წააწყდია. სადმე გადაეყარ. მიცი, იქნებ. კაცო, გიორგი. იქ 1000-ზე შეეღრევი, ხო და გამოიკითხე. წელიწადია რა ცომი დაიწყო. სანამდე უნდა მოუშვანი ნემცები თუ გერმანელები? უკან გარეკვა სარებირებია. ძია გიორგი, იმ ხარეში ფრონტი ახლო არ. ხო და დაბომბა თუ დაიწყო, მაშინვე სარდაფს მიაშურე. ან სადმე ორმო იქნება, ჩაწექი და თავი არ აიღო. გაგიჟდი ბიჭო, სადაც გიორგი მიდის, ბომბებს რა უნდა? ეცადე რამე გაახერხო, კაცო. იქნებ ცოტა ხნით მაინც გამოუშვან. შეეხვეწე ექიმებს. შეეხვეწე. ერთხელ დაიჭრა ბიჭი. მეორეთ დაიჭრა. აღარა კმარა. რაშვე, ბიჭო. ლოცულობ. თუ გულითხომს ილოცოს, ილოცე გიორგი, ილოცე. თქვი რამე, კაცო? წასვლის წინ მაიცა მაიღეხმა. რა უნდა ქორა? ოჰ. მიდი და მიდი, რა გაჟეხ, აბა რა უნდა თქვა? ე, მანქანა ვერ დაგუკლა ერთი მაწეკით. От Советского информбюро. В течение 11 сентября наши войска вели упорные бои с противником западнее и юго-западнее Сталинграда, в районе Моздока, а также на Волховском участке фронта в районе Синявина. После многодневных ожесточенных боев наши войска
оставили город Новороссийск. Ой, Вась, надорвешься. Давай я тебе подморну. Ладно, не бабе это дело. Мешки таскать. Дубова возьмешь, а? Возьмешь? Видишь, места нет. Ну что, Василий Дмитриевич, долго еще? Все. Ладно, садись, старик. Значит так, один билет до Дубова. А за поклажу особая плата. Хорошо. Лошадь — это тебе не пароход. Ей любой нож втянут. Да. Ну так что, готовы? Готов. Отдать концы. Полный вперед. Ну! Где у нас цветочек? Напои ребенка. Жарко. Ладно. Вот. Вот он. Держи. Созревает. У нас нынче хорошая картошка уродилась. Да огород бомбы разнесло. Пришлось по картофель не собирать. Ты, ну-ка, подвинься-ка. Ишь, расселся. Ты что, к человеку привязалась? Привязалась. Всем места хватит. Так их, Василий Дмитриевич. Бабам спуск никак нельзя давать. Набрал мешков-то. Слышь, а что у тебя там в ковре? А? Богато живешь, старик. Сынок, ты поспал маленько, а? Да, что-то я нынче притомился. Ложись. Спасибо. Здорово шагаешь. Послушай, а вот почему ты не в армии, а? Какое мое дело, армия? Это ты должен воевать, молодой. Слушай, старик, у тебя закурить найдется? Есть. На-ка. Сейчас. Тише. Ну, слов нет. Хорош. Продай. А? Возьми это. Просто. Вот. Да ты не скупись. Вон у тебя сколько. Давай. Сын у меня здесь. Дубова. В госпитале лежит. А что, раненый он? А? Раненый он? Да чё? Танкист он. О, Господи. Слушай, папаша, что у тебя за табак какой-то? А? Крепости никакой нет. Вот вкус есть, а крепость... Хороший. На. На, забирай. Нет, возьми, хороший. Забирай, забирай. После махорки на кашле тебе. Ну-ка. Да. Ну. Старик, вот господи. Это, да? Да. Дедушка
хорошего. О, почему беспокоишься? Я сам. Ничего. Но спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Давидович. Пока. Сынок, поехали. Моему. Правда, сколько надо? Будь здоров, папаша. Счастливо. Ну! Камарджоба! Здрасте. Здрасте. Здесь это... Да, регистратор. Я... Сейчас. Хирург в операционной. Слушаюсь. Есть. Вы к кому? Да дверь закрывать надо. Вот люди. Сын мой. Здесь. Какая палата? Как? Палата, говорю, какая? Раушилю. А? Имя и фамилия. Махарашвили. Годерти. Так. Высокий такой, фамилия, красивый. Говорю, фамилька. Махарашвили. Годерти. Понял. Вот. Махарашвили. Годерти. Он понял, понял. Махарашвили. 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 О, есть. А? Махарашвили. О, хорошо. Молодец, молодец. Выписан часть. Нет его, папаш. А? Выписался. Как? Нет его. Как нет? Слушай. Нету. Что нет, слушай? Сейчас есть. А сейчас уже нет, да? А? Фамилия есть, а человека-то нету. Почему нет? Выздоровел, вылечился и уехал. Ту-ту. Куда уехал? Слушай. Часть к себе. А? Часть, говорю, уехал. Как уехал? Я не понимаю. Ну, я не понимаю, что тут непонятного. Выздоровел, вылечился и уехал к себе в часть. Покажи. Вы что, мне не верите? Я верю, верю. Я сам. Покажи. Вот люди. Вот, выписан 16-го. Давай сюда. Книгу куда, папаш? Ну. Подожди, слушай, подожди. Ну что, убедились? Ну, убедились? Нет. По-русски читать не умею. А для чего же книгу-то брали? Вот люди. Ну ничего, папаш, бывает. Вы бы лучше радовались, что вашего сына подлечили, что он здоров теперь, и торопились бы на поезд, а то тебя опоздаете, и еще сутки ждать придется. Такое, слушай, куда ты? Что такое? Если ты знал, откуда я еду, тогда не сказал мне такое. А что я такое сказал? Что я сказал? Я сказал, нет вашего сына, выписали его, и все. Нужно. Что, мой сын неправду сказал, да? Нет, я не знаю. Держи. Что держи? Вот здесь, вот письмо, он пишет, он здесь. Ну, это я не умею читать. Если не умеешь, тогда не надо. Пойдем, пойдем. Мой сын никогда не обманет. Ну, куда ты, туда нельзя, подожди, слушай, я приеду. Куда ты приедешь? Подожди, приеду. Ничего не понимаю. Стой, папа! Ты что, ненормальный? Что? Туда нельзя. Почему нельзя? Там операционная. Ну, я тогда. Без халата нельзя туда. Давай халат. Не дам. Не надо так. И вообще, папаш, пока нас с тобой никто не видел, пойдем отсюда. Подожди. Подожди, слушай. Пойдем. Подожди. Подожди, слушай. Подожди. Ну, что мне? Сперва я. Ну, ты меня послушай, пойдем. Сперва я скажу, потом ты. Ну, хорошо, говори. Ну, я. Говори. Слушай. Подожди, подожди, слушай, я знаю, сейчас лучше знаю, подожди. Операционный этаж.
Товарищ доктор. Что здесь происходит? Товарищ военный врач. Да, товарищ военный врач, я не виноват. Он сам сюда ворвался. Я ему говорю, сюда нельзя. А он меня не слушает. Я ему говорю, здесь нет вашего сына. Его выписали. А он мне не верит. Подождите. Жду. Почему вы ему не верите? Вот именно. Я, товарищ доктор, знаешь, я сколько ехал. Ехал? Да. Я поездом ехал, ехал, ехал. Потом машина ехал. Лошадь тоже ехал. Да. А он говорит, что мой сын нет здесь. Выписали, нет его. Подожди, слушай. А я... Ну, тогда хорошо. Ну, потом жена спросит еще там другой. Видел Годерц? Да. А я... Ну... Товарищ военврач. Раненых привезли. Как чувствует себя капитан? Плохо. Не переставая просит пантопон. Иду. А это, товарищ доктор. Покажите ему палату, где лежал его сын, только есть. Халат не забудьте. Есть! Ну да, Годерди. Годерди. Да, только у него усы еще больше теперь стали. Да, это он. Он, он. Годерди. Да. Это его танк здесь. 416. Правильно, 416. Ну, вот, правильно. Хорошо. Осомневался. Ну, вот. Да. Это... А где он это лежал здесь? Ты папаш. Тут. А? Здесь? О, хорошо. Хорошо. Ну, вот. Ты тоже скоро поправишься, это счастливый кровать. Не сомневайся, а? Не сомневайся, папаша. Да. Вылечили его. Да так вылечили, что когда он в клубе танцевал, мест не хватило. Хорошо танцевал. Ух, здорово, как птица. Послушай, отец, ведь ты же можешь с ним повидаться. Ведь его часть в Демидове стоит. Ну да. Ребят, когда наведывались к нему, говорили, твой танк, мол, скучает по тебе. Съездил бы к нему. Как это? А где это? Демидово далеко? Демидово-то? Да ты не, здесь, не здесь, далеко. Рядом, рядом, рядом. А на станции точно узнаешь. Ага. Да. Ну, а кто скажет нас? Комендант? Комендант, да, все скажет. Комендант, это да. Такой... Не-не-не-не. Я знаю, это комендант. Да не-не-не. Такой... Ну что, никак... Ну что, да ничего, ну скажешь. Нормальный комендант. Скажешь, что ты. Еще пропуск даст. А, да? Да, обязательно да даст. Да даст, 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 папа. Да даст, я тебе да, знаю. Ну, что? Ну, объясни, какой документ, откуда приехал? Почему? А потом вот не в этом. Даст. Фотографию покажешь, даст. Ну, хорошо. Тогда я поехал. Ну, хорошо. Ну, я поехал тогда. Ну, поехал. Счастливо, папаша. Привет ему. Все, подожди. Да. Вот это мой сын Годерди подарок присылает. Да. Зачем? Да. Здесь что-то? Это чурчхелла на зукеме. Потом еще вино немного. Ну, я поехал. Ну, я поехал, поправляйся. Поправляйся, молодец, молодец. Ну, будь здоров. Счастливо, поправляйся. Счастливо. Фух!
Курить хочешь? Курить, курить! Нет, нет. А сюда зачем приехал? А? Приехал зачем? Эх, не дает шансак мегамоглеви. Ну, закурим, а? Не куру, дорогой, не куру. Зря. Не следует в жизни отказываться ни от одного удовольствия. Зачем сюда приехал? Сын мой здесь, госпиталь. Угу. Раненый пил. И, говорят, выздоровелся. Поехал прямо на фронт. Я не видел. Не успел. Не повезло. А... На фронте судьба все. Вот на сроде тоже был один грузин. Танкист? Нет. Веселый такой, озорной парень, песни пел. И вот когда мы в Мелитополь брали, попали в самое пекло. Мины рвутся, носом землю роют. Вот мина как трах, и все. Как его имя? Его? Кого? Грузин? Да. Какое там имя? На фронте у всех одно имя. Здорово, солдат. Прощай, солдат. Прости, отец, что я болтаю много. Я после контузии долго не мог говорить. Угу. Только что из госпиталя вот сразу... Какой? Это? Нет, это в другом городе, далеко. Что ж ты в госпитале не узнал? Куда сына? Какую часть направили? А? Как не узнал, слушай? Что я тогда узнал, если это не узнал? Вот здесь совсем это близко, это... Демидово! Демидово! Так Демидово. Это совсем рядом. Конечно, слушай. 2 часа езды на любом попутном эшелоне. Я говорю, слушай, здесь близко, сын, покажи, покажи. Нет, нет. Ты что здесь сидишь тогда? Что я сижу, слушай. Говорю, здесь начальник, ну, говорю, пропусти, пропусти. Нет, нет, нет. Вчера целый день там, главная станция. Комендант, дорогой, пропусти, вот здесь документ. Ну. Нет, говорит, нет. Это документ до сих пор. Сюда нельзя, говорит. Отсюда опять поезжай домой, говорит. Вот, вот смотри, плюнь на эти бумажки, посмотри. Если сейчас остановится, можешь рассесть и через 2 часа будешь в Демидово. А? Что, слушай? Ну? Нет, нет. Жаль. Подумай. Нет, нет. Ну что, решил? А? Решил, говорю. Не могу, нет. Ах ты. Ну будь здоров. К ребятам тороплюсь. Ладно. Ты что здесь бродишь? Да. Я здесь гуляю. Вот еще. А потом отсюда погуляй туда. Да ну у тебя. Мое дело. Здесь. Ее. Надумал ехать? А? Ехать надумал? Решай скорее. Ну, решай. Нет. Ах ты, в Демидово, а? Понимаешь? Ну. Документ нет. Опять про эти документы. Да плюнь на эти бумажки, Батя, ну что ты как маленькая. Вот. Документ. Ну что же, а ты лезь скорее, пока не чистил. А? Быстро лезь, ну. А? Батя. Давай познакомимся. Аркадий Ершов. Махарашвили. Георгий.
правда не веришь своему брату-солдату, что ли, да? Отведу куда следует, там выяснят. Эх ты! Ну, убери! Убери Мерцовку туда! Хватит тебе! Связываться необходимо, чтобы не костылял тебя по шее, по всем правилам. Только попробуй. Ну, попробуй, попробуй. Ложись! Папаша! Папаша! Давай, вставай! Опоздал уже! Надо идти! А? Давай, помогай! Что тут происходит? Задержан в расположении части с недействительными документами. Пропуск у вас до Дубова. Как вы сюда? Товарищ начальник! Я ехал отец! Поезд, машина я... Отец, подожди. Да понимаете, товарищ полковник, он приехал к сыну в госпиталь, а сына выписали в часть. Часть находится в Демидово. Ну вот он и поехал. Не время в гости ездить. Поезжай обратно домой. Товарищ начальник. Демидово отец уже немцы. А? Поезжай, старик, домой и жди сына! Ах, домой, что? Назаров! Устрой старика с ночлегом и утром отправьте с какой-нибудь машиной! Есть! Значит, Назаров, да? А как зовут тебя? Николай. Николай? Ну что ж, Коленька, исполни приказание полковника, да? Пошли. Ну вот, вот. Отец, пойдем. Давай, узелок, давай. Давай, пойдем. Пошли, отец. На, закури. Я говорил, что все хорошо будет. Я сам из госпиталя. Отец, пойдем скорее. К ребятам торопусь. Ну, а как Вася Коноплев? Васю под Калачевым убили во время бомбежки. А Петро, земляк мой, как? Петро отвоевался уже. Из дому письмо прислал. Дочка у него родилась. Ну? Да, и вообще ведет гражданскую жизнь. Работа, семья постепенно отсыпается. Так и мы раньше жили, не находили в этом ничего особенного. Руку ему в госпитале ампутировали. Ну, это хорошо, хоть жив. А как старшина Коробейников? Ивана Ивановича уже нет. Как же все это случилось? Ранили его сначала. Аннушка потащила его в тыл, и обоих мина накрыла. Славная была девчина. Боря, спать. Я это... Спать. Боря. О, Господи. Ведь кто бы сказал, оставаться ли нам тут? Или уходить, пока не поздно?
сказал я, слышь, не надо ехать. Нет, езжай. Вот тебе и езжай. Куда езжай? Пепер. А? Здесь женщина стреляет, мальчишка стреляет. Все стреляют. Мой сын уже на сами пронто. Куда меня сейчас езжает? На сами пронто. А я это знаю. Аркадий! Я сам!
сказал? Беги! Еще немного. Вот так. Воды. Батя. Подожди. Каплю воды. Батя. Подожди, подожди. Найдем, и все хорошо будет, Аркадий. Все хорошо будет. Потерпи, дорогой мой. Подожди. Васильев, в полку осталось 640 активных штыков. Хорошо бы ему подкинуть две батареи ПТО. От кого их взять? А от Петрова нельзя? У Петрова самое танкоопасное направление. У Васильева хоть левый фланг балкой прикрыт. Танки там не пройдут. Седьмой. Говорите. Говорите. Категорически против. Не принимает. Товарищ лейтенант, да. Старик с нами не я первый понимаю. День. Я всю дорогу. Все мы знаем, понимаю. Что он воевать сможет. Не хуже всех нас. Мы все вас просим. Помогите. Прекратите разговоры. Товарищ лейтенант, доложите, что я беру его под свою ответственность в свой взвод. Доложите, да хороший человек. Только службу разрешают зачистить. Уверяю вас, он нам совсем не помешает. Да даже наоборот, он крепко. Все вас просим. Да. Попросим еще раз. Ну, подождите. Попробую еще раз. Порядок. Говорите. Лейтенант, я же вам сказал. Что такое? Да так, ерунда, не стоит время тратить. Ну, а все-таки? Да старик тут один грузин привязался. Хочет, чтобы я его в часть взял. Я ему объяснял, объяснял. Ничего слушать не хочет, упрям как. А где он? Он здесь, товарищ генерал, третий день войти просится. Так позовите, пусть войдет. Есть! Старик, давай! Thank you.
ты чего такой сердитый, отец? Потому что я умное слово хочу слышать. Наконец. А здесь я только слышу, что ты старый. Тебе трудно будет здесь. А что, молодым легко, да? Вот, девушка, легко? Почему вот им это можно здесь? Это восьмой. Воевать. А мне нельзя. Ну почему? Ну почему? Почему? А сколько ж тебе лет? Какое твое дело, слушай, сколько мне лет? Мой отец 115 лет жил. И всегда был молодец. Да поймите же вы. Ведь я вам объяснил. А вдруг вы попадете в плен? Да немцы же на весь мир раструбят, что большевики уже стариков в армии берут. Это же важное политическое дело. Слушай, почему ты все время говоришь это плен, плен, плен? Кто собирается плен? Я не собираюсь. Может быть, ты и собираешься. Ты, наверное, все-таки не представляешь себе, отец, как это тяжело быть солдатом. Храбко на концу, Арвин. Давай бороться. Если кто-нибудь меня здесь сейчас поборол, то тогда я ничего не скажу, прямо поеду домой. Дает, старик. Нет, не надо смеяться. Вот давай бороться. Давай. Может, попробовать? Разрешите, товарищ генерал. Это мальчик, я не могу с ним бороться. Можно мне, товарищ генерал? Вот это хорошо. Ну, давай. Давай. Ладно, отец. А? Не надо бороться. Итак, вижу, ты человек смелый и, должно быть, не слабосильный. Убедил. Оставляем тебя здесь. Желаю тебе воинского счастья. Человек, дрова-ка принеси. Махарашвили, почему ты здесь? Да, слушай, воевать, что? Почему ты бросил пост? Какой это пост? Это давай вода, давай дрова. Это пост называется. Я приехал сюда. Стирать или воевать? Махарашвили! Вы подрываете дисциплину. Немедленно отправляйтесь на пост, слышите? Чтобы воевать, нужно все знать. Ни один человек не может научить меня, как надо воевать. Мой отец воевал. Его отец воевал. Его отец, его отец воевал тоже.
Не торопись, и в бой попадешь, успеется. Слышь, наизусть знаю я, товарищ начальник, как надо воевать. Что здесь такое? Вот. Вперед, кали, раз, два. Назад, кондах, раз, два. Вперед, кали, раз, два. Внимание. Приготовились? Приготовились. Сигналы. Сигналы. В атаку. В атаку. Не видишь, люди спят. Тоже мне красавица нашлась. Катись отсюда. Ну что там? В чем дело, товарищ старший сержант? Мне ведь приказали новогодний ужин вам доставить. Я артистов вот вам привезла. Не шуми, все равно никто не встанет. Вымотались ребята за трое суток начисто. А как же Новый год, а? У меня что-то вино и подарки есть. Ну, товарищ старший сержант, ну... Да нет, господи, придется подождать. Ну. Так это вы артисты? Да. Концертная бригада дивизии. Я не понимаю, в чем дело. Нас специально направили к вам, чтобы провести концерт, как особо отличившейся части. А тут еще... Концерт? Это хорошо. Давно нам обещали. Да. Но мы еще должны утром в 3-м батальоне выступать. Эй, куда ты? Жалко будет ребятам, если вы уедете. Ну, ладно. Начинайте. Что же начинать? Играйте. Виноват. Перед кем же мы будем играть? Аудитории. Аудитории нет. А это кто? Ведь они же спят. Ничего, хорошую музыку и во сне услышишь. Раз приказано, выполняйте приказания. Ну, товарищ. Разговорчики. Слезайте. Что играть? Сыграйте что-нибудь грузинское. Можете? Ну, конечно. Давайте. Можно? Начинайте.
Раз, два. Что ты делаешь, отец? А, сон прогоняй! А? Хочешь попробуй? Давай! Полетели Гитлера бомбить. О, магист, это вот. Чего-чего? Гитлер-номат, это твой Гитлер! Азоров, Горбатенко, Лобов, Макрошвили, на боковой дозор! Есть! Есть дозор! Местность открытая. Осторожно. Пошли.
Что нашел, отец? Земля. Слышь, хороший, жирный такой. Заметили, наверное. Гады. Слышь. Николас, что с тобой, слышь? Вот он говорит. Давай, говорит. Уже пора, говорит. Понимаешь? Уже весна пришел, говорит. Уже это... Надо... Сеть? Да. Нет, слушай. Сперва это... Пахать? Да. Сперва пахать. Да. Это, понимаешь? Сперва пахать. Потом сеть. Пахать, сеть. Пахать, сеть. Уже. Чего, отец? Николас, видишь, уже пришли. Слушай, вот это, как отец называется? Вот это. Николас, Николас, бичок. Видим. Ребята! Сюда! Сюда! Что ты кричишь? А я не кричу, отец. Сюда! Давай, давай, давай. Товарищ старший сержант, дошли до государственной границы Союз Советских Социалистических Республик. Давайте поднимем. Давайте. Подожди, подожди. 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 Вот, вот, вот. Давай. Взяли, взяли. Давай. Усы. Ну, да. Медленно. Ну. Да. Так, вот так. Вот. Так. Еще. Давай, еще. Вот. Так, 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 так. Давай, давай, давай. Давай, давай. Вот. Молодец. Давай, мой сын. Это ма. Витёк, куда ты? Отец. А? Отец, сын-то живой, значит. Он здесь. Сюда три года еще. Он здесь.
Это мой сын здесь прошел. Я его найду, слушай, уже. Молодец он. Я его найду здесь, близко. Он, слушай. Хорошо. Enak saydan kaçtı. Şe barak yerno şena. Ha? Ramar çvenam mogi kvana akha. Şe yişiyan şena. Ha? Şena ha. Ve Logor momana tretavi che matliano scena Слушай, сынок, я... Между прочим, в армии положено обращаться друг к другу по фамилии или по званию. Я старшина. Есть. Разрешите обратиться, товарищ старшина. Я вас слушаю. Дружок, дорогой, понимаешь, что сын у меня здесь. Я его ищу. Танкист он. Как фамилия? Махарашвили. Годерц. Высокий такой, красивый. Состав? А? Я спрашиваю, рядовой или офицер? Лейтенант он. Нет, такого не знаю. Нет, да? Механизмы поворота отрегулированы. Разрешите проверить на ходу? Вылезай, сам проверю. А может быть, он знает, а? Слышь, ты не знаешь, сына ищу я здесь. Ну? Танкист он. Как зовут? Махарашвили, Годерц. Как? Годерц, Махарашвили. Нет. Такого не знаю. Нет, да? Нет. Красивый он такой, а? Мы все, отец, красивые. Да, правильно. Хорошо. Нет, старший лейтенант он. А? Не знаю. Нет такого. Нет. Ты что, с ума сошел? Лезешь под самую машину? Это я сошел с ума или ты сошел с ума? Что ты сделал? Слушай, это же виноград, не видишь? Что, что-то особенного? Щенок, ты! Как вы смеете? Смирно! Вы что, не подчиняетесь команде старшего? Серегин, ко мне! Убери этого старика, или я за себя не отвечаю!
Я тебе покажу! Уходи отсюда. Подожди, слушай. Уходи, тебе говорят. Отойди, я тебе говорю. Уходи. Отойди! Ну, урепшан. Вот еще. Давай. Ребята! Я тебе покажу. Иди сюда. Иди, я посмотри. Посмотри, ну, что давай, ты наделал здесь. Посмотри. А? Человеку ударил. Что ты сделал? Что? А? Не видишь, что здесь виноград? Что у тебя дороги нету? Да? А ты видел, что они у нас делали? Это они делали. А ты? Что? Фашистом стал, да? Иди сюда. Вот немецкий мальчик. Иди. Стреляй. Стреляй. Скажешь тоже. Что я, фашист, что ли? А виноград тебе не жалко? Да? Это же живой, слушай. Ему не больно, да? Ты его не сажал, ты его не пахал. Ты только виноград кушать любишь. Такой молодой, еще ни одно дерево не посадил. Такой сад портишь. Не стыдно тебе? Ну ладно, отец. Ты тоже лишнего на себя не бери. Тут война, а не парк культуры. Пошли, отец. Давай назад. Давай танк назад. Поехали, Саша. Давай назад. Что мрачнее, отец? Мрачнее, говорю. Устал я, верно, товарищ старший сержант. Вот думаю я, какой стал теперь мой сын Кудерти. Он был такой добрый. Первые два этажа занимают немцы, а на третьем укрепились наши. Задача вашей роте – уничтожить врага и освободить наших. Есть. Боятся. Солдаты, у нас уже пистолет!
Внимание! Слушайте все! Во избежание напрасного кровопролития командование Советской Армии предлагает вам, окруженным в городе и блокированным в домах немецким солдатам и офицерам, прекратить огонь, немедленно сложить оружие, поднять белые флаги и сдаться. Командование Советской Армии гарантирует всем вам жизнь и безопасность. Оно обеспечивает вам нормальное питание. Всем раненым и больным будет оказана медицинская помощь. На обдумывание этого ультиматума и сдачу вам дается 2 часа. Все не сдавшиеся в этот срок будут уничтожены. Время ультиматума началось. Сейчас московское время 23 часа 30 минут. 14 апреля 1945 года. Прекратить огонь! Понимает, что прекратить надо уже. Прекратить огонь! Раз, чтобы прекратить, видео! Прекратить! Уж! Когда приеду домой, лягу в постель и буду спать, спать и спать. А я думаю, никого не предупреждать. Заявлюсь, как снег на голову. Там, у нас во дворе, сзади, есть калитка. Вот через нее я и войду. Только Нюрка, наверное, все равно увидит. Такая глазастая у меня сестренка все замечает. Картвели, хар, Витю! Картвели наш, Шевитирин! Сада урих! Ха! Гурчан Гелова! Куда ты, Витю? Эй! Куда ты? Георгий Вар, Георгий, мама селище, мама заглощена, и чизли в ларганахе. А? Куда ты? Чеха мель заглощена. Эй! Эй, твой лапец, Георгий, обидел. Эй!
Луи, что мама заглушена, эй, суки сын, это мой сын. Эй, эй, кодоти, эй, трината като, мой тащени, ух. Абарайчи, карга товару, и теребана, кодоти. Ушегмер захлошена, а? Бичо, эй, кодерти, бичо, эй, кодерти! Абашуйло, эхла, тхилатун дайко, хоэти, цотаца шуйло, так. И тангирао, а бичо, а? Сигмату шиватес, маби! Шени чирит цаухия. Аса висия. Раша укват гинда шило. Саца омиц гатау дебата. Рагадач, а? Полчаса осталось им на раздумье. Лежат. Человеку не дают с сыном встретиться. Ави! Ави! Эй, ахаваш, ахаваш. Деда, чеши тут вниз. Алла Санзе. Мои сестры вас разжу, я вижу. Именно ты его готовил, ами. Талиям паракьярик и гамудга, еще не чакрили вазы. Хуйноц. Эригиани дгеба турме. Подай, бичо! Дай, дай! Опять начали. Подай! А хорошо не ложись! Ложись! Подай, бичо! Подать! 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 Утрати! Thank you.
странный. Раздих. И чё? А? Я модель гамхтерса. Швилу. А? Дашь я сраут храбить его.